Один человек может изменить все. Такого мнения придерживаются многие избиратели. В этом году выборы провели в очном и онлайн формате. Анна Останина решила отдать свой голос на счетном участке, расположенном в гимназии номер 41. Люберчанка считает своим долгом сделать выбор на предварительном голосовании. Это очень важно, потому что у многих сейчас сложилось такое впечатление, что мы не пойдем голосовать, а зачем это надо, а нам это не интересно. Мне это очень интересно, потому что, во-первых, я выражаю конкретно свое мнение. Этот счетный участок посетили участники предварительного голосования в Московскую областную думу от партии «Единая Россия» Игорь Каханы и секретарь местного отделения партии Владимир Ружицкий. Власть формируется процессом голосования. И те люди, которые пойдут в государство, в областную думу, они будут принимать определенные решения, которые будут влиять на нашу жизнь. Поэтому очень важно, кто это за люди. Правящая партия предлагает людям избрать участников голосования, которые впоследствии станут кандидатами на основных выборах. Это единственная партия в России, которая обеспечит такую процедуру для наших жителей.